не такой уж и большой этот Таганский парк. Ну, когда-то, наверное, для района был неплох. А сейчас вокруг вся территория застроена. Немного деревьев, немного свободного пространства. Но уютный, небольшой, 90 лет ему уже, оказывается. Ну и так вышло, что на Таганке два объекта мне перепало. Один интересный, другой еще интересней. Один находится в спальном районе на улице Таганская, прям возле входа, главного центрального входа. Классное большое помещение. Давайте я буду объявление размещать в описании. Второй находится хоть и на третьем этаже, но тем не менее находится прямо на Таганской площади. И если тот дальний объект я не покажу, потому что я от него уже отошел на приличное расстояние, то второй я могу продемонстрировать, поскольку находится он вот прям вот это вот он. Торговый центр «Звездочка». Вот и я не сразу понял. Так, я не понял, это настоящее или искусственное? Наверное, все-таки искусственное, потому что как бы для Москвы это слишком. Слушайте, собираю, продолжаю бойцам. Ну вот такие вещи, это я даже и не встречал. Не, помню мини-ноутбуки, трекбол. Сколько ж лет ему вообще, я даже не представляю. И вообще, вот интересно, даже вот перебираешь все это, потом смотришь, всякие телефоны старые, все. И вот, пожалуйста, вот оно валялось без дела, а сейчас это все отправляется на фронт и будет служить. Особенно вот эти вещи ценны. Даже если поломанные есть, как-то свяжитесь со мной, передайте, я передам дальше. Ребята делают замечательные вещи. Уже в новостных каналах показывают эти танкетки, которые раненых вывозят, боекомплекты привозят и все. Из старых телефонов. Вот, их тут уже, не знаю, наверное, штук 500, наверное, уже передал. Тоже много чего делают. Ну, в общем, короче, все на пользу идет. А теперь шок-контент. Ну, помимо того, что весна наступила, снег растаял, растаяли будки. Куда-то делся мини-рынок. Теперь загадка, что это за бытовка, почему мобильная лавка до сих пор осталась. И самая большая интрига, что же в конечном итоге здесь будет. Ну, хоккейная коробка, это понятно, тут капитальное строительство уже. А вот тут что ожидать? Открылось, забор убрали. Теперь похоже, что завершаются всякие работы строительные. Ух, нифига себе, вот отсюда солнце светит, от окна отражается, оно меня греет. На улице прохладно все-таки вечером, да. В общем, на память пройдут года, и это все преобразится. Все будет по-другому. Понятно, что будут деревья. Ну, школа никуда не денется. Заселяется район, да. Вспоминать, как я сюда заселялся сам сначала. Что здесь было. Как здесь перекрывали, не пускали во вторую очередь. Только тех, кто здесь проживает. Много. Все-таки исторические кадры у меня собрались, по большому счету. Вот. Для потомков. Я, конечно, офигел. Ага, сейчас не видно. Я что-то откачал в ноль. Там вон, под нижнюю полку все. То есть почти по пояс воды набралось. Так, вот как мой насос качает. А вот сосед выручил, дал. Ну, попутно и машину помыл. Как говорят, как вызвать дождь? Надо помыть машину. Вот я помыл машину, вот он начинается дождь. Везение. Второй день, точнее вечер подряд, допоздна у меня показы. Опять на Савеловской, вспомнил, как называются вот эти вот штуки, тубинки. Вот. Одна из станций, которая оформлена именно в этом стиле. То есть именно вот этими штуковинами, тубинками обкладывают тоннели. А у меня будни риэлтора, точнее не будни, а вечера.
полностью. Что-то как-то я уже, мне кажется, прямо устаю, не вывожу. Браслетик уже получил. Сейчас вообще такие эти сложности со входом, со въездом вот решаю. У меня тут прям персональная гримерка. Дальним делом занят. Так. Подготовка полным ходом. Я взял два штатива, два камеры. Попробуем. О, заебись. Да, попробуем поставить и громко-громко постучать, чтобы не было как тогда в Калуге. Ой, не в Калуге, в этом, в Коломне. А да. Этот же, у меня же есть рекордер с собой, так что мы его тоже поставим. А, я имею в виду, да, у меня когда, да. Нет, не видео, а она в защиту уходила, и вот эта буферизация. Ага. Ох. Это новое. Можешь сказать что-нибудь. Говорю что-нибудь. Что-нибудь, да. С умным видом. Главное это делать с умным видом. Это был умный вид. Это был умный вид. У меня другого нету. Так. Дальний вырубай. Вырубай дальний. Здесь видеосъемка запрещена. А, да, вырубай. Камеру вырубай. Чисто как трясется все. Давай обратно тебе сделаю. Да не надо, нормально. Сейчас споем, может быть, и хватит, нормально будет. Я насаса согрешил. Фанатские группы готовят реквизит. Сегодня будет шоу. Вот он может. Все, финал. И последствия. Да, Катька, насорила, прибирай. Я говорю, вот это правильный панковский подход. Насорил и брал все, да. У нас все хорошо. Да ты вообще там в три руки по-македонски, да? О, солнышко, да? Тепло. А мы все трусики, да? И ты тоже трусики? Да.